Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас дуэт птерозавров. Это у нас 30-я Аланка и 30-й Птеранодон. Так, ой, давайте попытаюсь разобрать, что здесь этим размытым шрифтом написано. Так, мощный дуэт птерозавров. Используйте существ с ослабляющими и защищающими от замены способностями, чтобы одолеть Аланку и Птеранодона. Я вообще вот когда сегодня прошел две башни, обычную и редкую башню с птерозаврами прошел, я делал как? Раптором выносил одного-двух, потом, в общем, когда они ставят щит, я подменялся на нашего чужого, на королеву чужих. Так. Вот, кстати, цель не может произвести замены. То есть, мегалозух тоже нам подходит. А у тебя что? Этот есть ускорение, здесь есть замедление, ослабляющий удар. В принципе, эти ребятки все подходят. Здесь есть замедление, снятие положительных эффектов, паралич. Ну, в принципе, такая неплохая себе комбинашка, но не в этом даже, ребятки, дело. У нас сегодня торжественный момент. Мы сейчас, ребятки, создаем 20-го велоцираптора. Та-дам! Короче, сколько прошло? Недели 3, наверное, пока я насобирал вот эти вот 8000 рапторов. И давайте нажмем 40000. Потратили мы. И у нас 20-й велоцираптор, ребятки. Давайте его подразним, что ли. Блин, ну так классно, когда оно помещается на весь экран. Когда они уже допилят это по-людски, что оно будет... будет иметь красивую графику. Так, ну даже скриншотик успел какой-то сделать. И давайте посмотрим, что у нас теперь. Здоровье 1456, урон 985. Скорость 132, крит все так, как и было. Так, ну значит, в следующей серии мы, ребятки, сможем создать эндораптора, но это не точно. Нужно создать клетки индоминуса. Давайте попробуем создать клеточки. Ах, ты ж ем. Но опять раптора придется, короче, ловить. А, там нужно 50 клеток, правильно я понял? 50. Короче, нужно еще будет неделю ждать, чтобы наловить рапторов. 20 всего лишь. 20. А там нужно 50, и это нужно несколько раз, короче. Нужно еще, короче, примерно 1000, хотя бы 5. А может и 10 рапторов наловить, чтобы создать индораптора. Ну, это мы сделаем. Так, ну а теперь возвращаемся на карту. И давайте попробуем штурмануть наших птерозавров. Так, кем пойдем? Ты вообще нам нужен? Не нужен? Парлич есть. Ну вот, раптор нужен. Этот нужен. Эрлифик. Нужен, не нужен. Да, в принципе, у него есть паралич. Этот парнишка все-таки не нужен. Мегалозух. Мегалозух. У него есть замена. Блокировка замены. Но они 30-е. Они же будут чертовски больно бить. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у них там за удар. Жаль, что только одна попытка. Просто хотелось бы, знаете, натренироваться. Разные варианты обкатать. Выберите существо. Ну, да, раптор, конечно же. Пять косарей. Бьет 1000. Ага, двойной урон 2000. Но не в этот раз. Ну, блин, чертовски больно. Конечно же, отвечает яростью. Давайте подменимся. Так, я тут хоть выживу, он же сейчас ярость применит, и мне могут быть кранты. Это было неожиданно. Не
было нехорошо. У него еще два косаря жизни осталось. Черт подери. И сейчас будет же опять ярость, да? Я правильно понимаю? Ну да, опять ярость. Как бы... Печаль, беда, ребята. И он даже не пытается подмениться, как бы ему это не надо. И как бы и все. И все. Ну, 5 косарей жизни. И удар с очищением. Побед 0. Это, короче, первая башенька, которую я так вот взял, слил. Даш, в общем-то, не знаю. Все, короче. Еще раз попробовать. А что я могу еще раз попробовать? Да я как бы и не знаю, чем бы что тут попробовать. Ладно, ребята, давайте тогда я, может, подумаю. Подумаю как-нибудь, а мы сейчас пойдем просто посражаемся. Обкатаем 20-го раптора. Наберем наконец-то 3500 наших очечков. Ух, какие джунгли, прям погрузился в них. Так, выберите существо. Давайте попробуем брахика. Я не забыл. Ну, надо пота титана, точнее. Так, против нас стигадей 18 левела. Был быстрее, стал медленней. Ну, выглядит шикарно. И такой здоровый, ну, с такого ракурса, ну, вообще красивенько. Глаз радуется смотреть на такую игру. Почему противник ничего не сделал? Противник провтыкал ход. Ну, на контратаку, конечно, здесь вообще рассчитывать не стоит. Вот хорошо, что он использовался сейчас очищение. Мы сейчас походим, по крайней мере, два раза. Контратака шикарная. Сотка. Нафиг она вообще такая нужна? А почему я не вижу, что я быстрее? Чёт, короче, я вообще не вкуриваю нашего парня. Надо пота титан. Чё происходит? Ну чё-то мы как-то его шибко медленно пробиваем. У него ещё очищение валит. Ну вообще не нравится мне он чё-то. Ну мы походили, как бы стали быстрее. Забрали у него ход. Делает short defense. Так, нам надо подменяться, как бы это вообще дело гиблое. Так, очищение себя. У него есть сквозь броню удар. А положительный эффект, это щит должен сняться. Да, но мы отгребли по полной, короче. Ну и до свидания. Так, ну с одним разобрались, но как-то так не уверенно. Крепкий СТГД попался. Не уверенно. Так, Гаргазух попался.
И печалечка, он нас пробивает. Нужен раптор, чтобы снять с него вот эту вот лабуду. Так, а кого бы взять? Ну, давайте дилоранозавра, который похож на эрлифозавра, как вы заметили. Ничего себе! Больно ты бьешься. Так, ну пробили его, отлично. У нас следующий удар с подменой. Есть шанс, что мы походим первым. Ютазина, кто быстрее? Он быстрее, печально. Но у меня тоже есть этот парнишка. Но надо снижать атаку. Почему? Ай-яй-яй, опережающий паралич. И сейчас снижение атаки нам следует. Не, у нас тоже есть паралич. Снижение атаки. Сейчас мы ему зарядим еще. Мы все-таки пошустрее. Один удар должны бы выдержать. Так. А, черт! Нет, мы живые. Хух, на него снижение атаки до сих пор продержалось. Все, опережающий паралич. Чао, какао. Ну, такой бой в натяжечку, ребята. Так, а когда мы там перейдем уже на следующую арену? Ну, это если мы следующий бой выиграем, то мы перейдем. Кстати, никогда вот эту награду не получал. То есть нужно выиграть 4 боя. Так, ладно. Давай, выходи, кто на нас? А чё я открылся с мегалозуха, кто мне может сказать? Так, шанс крита. На 3 хода, потом... Так, надо вспомнить правильность использования мегалозуха. Так, паралич. Сейчас будет прилетать какой-то паралич. Вот это прилетело. Нежданно, негаданно. А, 19 левел, я не посмотрел. Чё такие какие-то жесткие ребята нам попадаются? Капец! Пробивает. Ну давай еще паралич. Нет, как? Как ты мог без паралича? Так, раптор. Что сделать с нами, раптор? Снятие положительных эффектов, 1,5 урона. Ну, будем... Хотя, наверное, стоило замедлить скорость. 19 уровня. Вот гад, он же нас пробьет. 939. Печаль, беда. Пробьем его или нет? Но у нас на следующий ход откроется удар. Блин, приходится его использовать, а что делать?
Так, так, так. Ну, мы покойники, короче, получается. Ну, блин, тут моностиготовс появился. И он шустрее нас. Все. Приплыли. А, нет, не приплыли. Но это как-то меня все равно не спасает. Я не смогу ему пробить 2500 жизней сквозь броню. Ну вот и все. Ничего страшного. А, так а, считается даже проигрыш. А, вот оно что, прикольно. Это приятно, ребята. Это хорошо. Так, тогда мы, в принципе, десяточку можно как-то и нашкрепти.